Пионерская дружина в школе номер 2 селения Октябрьское теперь носит имя дважды Героя Советского Союза из Сыплиева. На памятной акции ученики начальных классов прошли парадным маршем. Смотром строя и песни руководил генерал-майор авиации Руслан Бедоев. Мероприятие прошло в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Имя героя школе». Реализуется он 3 года. За это время именами героев названо уже 30 школ республики. Организаторы говорят, это лучший результат в России. Планируют привлечь к проекту еще больше образовательных учреждений. Важность такого рода мероприятий сложно переоценить, говорят в Общероссийском народном фронте. Речь идет о сохранении истории и памяти о Великой Отечественной войне. Дети должны знать их, когда он входит в школу и видит перед собой портрет, мемориальную памятную доску, и когда тем более поступают грамотно там излагают подвиг этого героя, уже у него совершенно другие чувства, совершенно другое настроение, настрой, и это нас воодушевляет.